Приветствую всех! А у нас завершилась очередная благотворительная лотерея, где призом станет замечательный комплект «Королева контрастов» от мастерицы Людмилы Трандасир. Ссылку я оставлю на аккаунт Людмилы. Вы можете посмотреть, какие у нее еще есть замечательные работы. Вот так вот выглядит этот комплект. Очень красивый, корона, сережки с перьями для принцесски. Очень красиво, очень оригинально, замечательный такой вот красивый женский приз. Итак, у нас было всего 65 билетиков, и они уже все выкуплены. Тиражная комиссия у нас, как обычно, будет генератор случайных чисел. Условия участия в лотерее я оставляла в Фейсбуке, в группе и в Одноклассниках. Ссылочки на группы я оставлю в описании под этим видео. Кто еще не в этих группах, заходите, подключайтесь. У нас регулярно проходят лотереи с очень разными и замечательными призами, где вы можете принять участие и тоже выиграть один из призов. Итак, я перехожу на сайт генератор случайных чисел, и мы посмотрим, кто станет победителем. Так как у нас было 65 билетиков, то диапазон случайных чисел я тоже выбираю от 1 до 65 включительно. И нажимаю кнопочку «Сгенерировать числа». И у нас выпало число 15. Смотрим, кто стал обладателем билетика под номером 15. Переходим. Вот у нас все участники. И смотрим. Так. 13-17 билетики купила Оксана Старожук. Оксаночка, поздравляю, ты выиграла приз. Такой вот замечательный комплект «Королева контрастов». Я тебе желаю всего наилучшего, всего наипрекрасного. Главное, это крепкое здоровье, женского счастья, семейного счастья. Удачи во всех делах. Пусть тебе везет и дальше по жизни. Спасибо, Оксаночка, за участие. И также всех хочу поблагодарить, кто участвовал в этой лотерее, принимал участие, покупал билетики, поддерживал меня. Спасибо вам огромное. Вам всем я тоже желаю обязательно крепкого здоровья, счастья, благополучия. И пусть у вас все происходит в жизни замечательно. Пусть каждый день приносит вам приятные сюрпризы и вас радует. Хочу вам сообщить, что уже сегодня стартовала благотворительная лотерея, где замечательный приз – это фотосессия от Оксаны Демьянец. Вы можете принять участие в этой лотерее. Все условия участия в лотерее я оставлю внизу под описанием в этом видео. Также будут они выложены в группах на Фейсбуке и в Одноклассники. Ссылочки я также оставлю под видео. Проходите по ссылочкам, ознакомьтесь с условиями. Также можете зайти на аккаунт Оксаны Демьянец, посмотреть на ее страничке ее замечательные работы. Еще раз я хочу поблагодарить за поддержку, за участие в лотерее, за то, что вы есть. А у нас еще сегодня пошел первый снег, и кто это наблюдает, всех с первым снегом. То есть зима официально у природы уже у нас началась. С первым снегом всех. Итак, дорогие мои, всех целую, обнимаю. Всем всего наилучшего и до новых встреч. Пока-пока.